Сотрудники отдела КМВД по Чувашской республике провели крупномасштабную операцию одновременно на территории Свердловской и Самарской областей по задержанию злоумышленников, которые рассылали на мобильные телефоны вредоносные компьютерные программы. В последующем с банковских карт граждан похищались денежные средства. Текст сообщения, который содержал вредоносную ссылку, призывал непременно ее открыть. Злоумышленники действовали от Дальнего Востока до Калининграда. Только в Чувашии сообщения от них получили как минимум 3000 человек. В ходе обысков у задержанных было изъято 20 компьютеров и ноутбуков, порядка 4000 сим-карт, 65 сотовых телефонов, 13 банковских карт и более 170 других технических устройств, которые предназначены для рассылки вредоносных сообщений. В настоящее время подозреваемые доставлены в Чувашию. Судом им избрано мера пресечения в виде заключения под стражу.